Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировая десятка. Рав, с вашего позволения, написано тут в середине, что Малхут вынуждена исполнять Итруахро в таком виде, что-то вначале подобно волосу. У нас десятки есть стремления к слиянию. Мы что, должны вообще быть связанными с Итруахро? Мы должны проявлять свободу воли от Тиферет к Малхут? Нет, нет. Как раз когда есть возможность всем сторонам раскрыться в Дин, в суде, тогда появляется свободный выбор. А иначе мы не раскроем истины, заложенные в суде. Если так, Рав, то где же наша свобода выбора в нашем духовном строении, к которому мы обращаемся? Свободный выбор в нашем обращении, в молитве, о том, что чтобы у нас были силы, чтобы с их помощью могли бы преодолеть и достичь средней линии.